49 карагандинцев удостоены государственных наград. Аким области Абельгази Кусаинов провел торжественное собрание в честь Дня независимости Республики Казахстан. Государственными орденами Парасат, Дастык, Курмет были награждены жители Карагандинской области, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Подробнее в материале Аиды Ибраевой. В честь Дня независимости Казахстана во Дворце культуры Горняков состоялось торжественное собрание с участием акима области. За 21 год независимости Казахстан достиг больших высот, говорит Абельгази Кусаинов. Уважаемые участники торжественного собрания, в истории каждой страны есть особо важные события, особо чтимые даты. И, безусловно, важнейший из них является день обретения страной своей независимости. 16 декабря 1991 года была провозглашена независимость нашей Родины, Республики Казахстан. Конституционный закон о государственной независимости Республики Казахстан, инициатором которого был Нурсултан Абишевич Назарбаев, обозначил новую веху в истории нашей страны. По словам главы региона, большой вклад в развитие республики внесли и наши земляки. Государственными наградами от имени президента страны были отмечены 49 карагандинцев. Как говорит директор ТОО Кайнар Сиджапар Нигметов, награжденный орденом Парасат, эта награда принадлежит не только ему. На сегодня наше сельское хозяйство конкурентоспособно, и мы готовы выполнять в дальнейшем все поставленные задачи. Спасибо Елбасу, президенту Нурсултану Абишевичу за высокую награду, которую наш скромный труд так высоко оценил. В ходе торжественного собрания были отмечены и ветераны труда, руководители и работники предприятий, сотрудники бюджетных организаций и представители этнокультурных объединений. По словам Вилина Молотов-Лучанского, руководителя научно-экспертной группы областной ассамблеи народа Казахстана, тяжело скрыть чувство благодарности за оцененный труд. Чувство трудно передать словами, поэтому они чувства. Если коротко, то чувство огромной благодарности стране, народу, президенту, коллегам нашим, всем этнокультурным объединениям Ассамблеи народа Казахстана, потому что я расцениваю эту награду не как награду за свои личные заслуги, а за то, что сделали все мои друзья, коллеги, руководители этнокультурных объединений, Ассамблеи народа Казахстана нашей области, Ассамблея Казахстана нашего государства. Государственным орденом Курмет были награждены 13 карагандинцев. Медаль Шапагат получили 6 человек. Также медали Ерен Ембегуэшин были отмечены 15 жителей Карагандинской области. Кроме того, присвоены почетные звания Казахстанын Ембек Сенерген Кайраткеры. Также были вручены почетные грамоты Республики Казахстан. В честь приближающегося праздника для всех участников торжественного собрания был организован гала-концерт с участием республиканских артистов, среди которых карагандинцев поздравила народная певица Мақпал Жунусова, а также квартет Жет. Наш любимый город, вечер зажигает фонари, молодость поет и веселится. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.